Знаете, Александр Ширвин жаловался, что раньше приходилось все время людей из цеха, из актерского, как-то отучать от этого дела, там, вытягивать из каких-то вот этих алкогольных вот этих тем. А сейчас молодые, он говорит, пошли выпить не с кем. У вас как студенты? У вас студенты совсем не пьющие? Нет, ну я думаю, что Саша немножко преувеличивает. Все-таки понятие выпивки актерской – это совершенно другое. Это не имеет никакого отношения просто к выпивке. Угу. Это кураж, это хорошая атмосфера, и это бесконечное количество историй. И я так пришел в театр, мне рассказывали старики, теперь я уже на правах старика рассказываю молодым, веря в то, что и они это передадут, потому что в этом есть традиции. И это ни с чем не сравнимое ощущение. Вообще, как бы, актерская компания – это совсем другое. Угу. Ну, а студенты, во-первых, как бы, я не имею права сейчас им сказать, вот так вот, глядя в камеру о том, что нужно выпивать. Конечно, нет. Я считаю, что нужно все делать вовремя и к месту. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».